Сохранение биоразнообразия, предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду – одни из ключевых приоритетов экологической безопасности Алроса. Во время исследований прошлых лет на территории ресурсного резервата БК в Оленёкском районе обнаружили краснокнижного гуся-пискульку. В 2022 году Алроса совместно с учеными Российской академии наук приступили к исследованию численности популяции этих птиц, пути их миграции и причинам сокращения вида. Были проведены экспедиции по дельте реки Муна, то есть где находится популяция, то есть этой замечательной птицы. Уже в прошлом году было установлено 6 GPS-передатчиков на отдельные особи для того, чтобы отследить их пути миграции. Дело в том, что гусь-пискулька не зимует в республике Саха-Якутия, а улетает в теплые края на озеро Паянг в республику Китай. Исследования на территории реки Муна в Оленёкском Улусе не выявили негативного воздействия алроса на окружающую среду. Это подтвердило присутствие краснокнижных птиц. Также в нижнем течении реки ученые подтвердили рост количества гнезд гусей-пискулек. По нашим данным, там обитает около 12 пар пискулек гнездовых с птенцами. И кроме этого, там еще есть холостые особи. Все это показывает о том, что река Муна, она находится в нормальном состоянии. Там помимо вот этих наших гусей, пискулек, обитает также гусь-гуменник таежный, тоже подвид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Кроме того, там есть сокол сапсан, орлан белохвост, ну и другие водоплавающие виды птиц. В этом году Алроса планирует подписание меморандума о сохранении популяции гуся-пискульки между алмазной компанией, Российской академией наук и заповедником озера Паянг, где зимуют гуси-пискульки. Для отслеживания путей миграции в 2023 году Алроса установила 10 GPS-передатчиков. В 2024 году исследуют гнездование и кладку яиц гусей-пискулек. Анна Винокурова, Мария Кардашевская, Виктор Дючковский, медиакомпания «Алмазный край».